Здравствуйте, я приехала в лес собрать мох, а нашла такое чудо. Посмотрите, мухомор, какой красивый. И гроздь рядом, гриб какой огромный. Вот. Как моя ладошка, даже боль. И красивые грибочки. Их нужно срезать, чтобы остался корешочек. И на следующий год еще будут грибочки или позже. Порами они размножаются. Грибников в этом лесу очень много. Даже автобусом привозят. Это Савранский лес. Грибов тоже много. Только их нужно искать. Они в бугорочках спрятаны. Вот такой бугорочек раскапываешь. И там грибочек. Шишечки лежат, так как это сосновый лес. Вон, Максим, вон. Еще два грибочка. А вот, смотри. Да блин, нам сегодня фартит. Нам фартит, да. Этот гриб кто-то покусал. Ничего страшного. Или наступили. Самое вкусное масляное. Это масленочек. Ну, какой красивый жирный мастер. Посмотри, какой красивый. Почисти его. С шишкой прилип. Ну, здесь даже шишка прилипла. Я скажу, смотри, какой мухомор. Вон какие мясистые места. На, Максим, почисти вот этот. Ты мухомор не режь, потому что потом ножик будет грязный. Мухомор оставляем. Это масленки. Идем дальше. А вот сыроежка растет. Смотрите, как красиво. Аж два рядышком, посмотри. Ага. Красивое такое здание. Срезай. Идем еще тех груздей. И второй маленький срезай тоже. Дай камеру. Красивый какой. Давай маленький тут. Ой, они вкусные будут. У нас будет сегодня ассортимент с грибами. Сейчас найдем много. Вот маленький грибочек. Вот видите? Ищем дальше. В этом месте должен быть грибочек. Сейчас мы раскопаем. Помощник мой раскопает. Посмотрите, какая прелесть. Как они прячутся глубоко. Не видно. Аж два. Ой, какая красота. Шапку срежешь. Вот так. О, какие мясистые красивые. Шляпочка почистится. И будет вкуснота. Ножиком надо чистить. Покажи ту сторону, какой он беленький, красивый. Вон, ни червяков нет, ничего. На ножке обычно видно такие дырочки, если есть червяки. Их нужно срезать и выбрасывать червяками. Вот в этом месте должен быть гриб. Сейчас мой помощник раскопает. И посмотрим. Вот они прячутся хорошо. И шишки сверху падают. Посмотри, какая прелесть. Обычно так берут палочку. Два, да? Нет, шишечка. Вот так раскапываешь. Он в полке. Смотрите, какой красивый. А ты обрежь ножку. А, он немножко перестоял. Во. Максим. Он с плесенью, да? Должен быть. Видишь, бугорок? А вон еще один бугорок. А ну-ка. Нормально? Нормально. Вот здесь, да? Да. Вот тут? Вот да нет, Таня, что ты не видишь, вот тут вот. Да вот, не осторожно вот. Где-то там он должен. Точно! Посмотри! Как они прячутся. Ну, можно было просто наступить, да? А ну, доставай его оттуда. С его подземелья. Таня, ну, ничего, такой красивый. Вот дырка есть! Вот ты стоишь, есть еще три гриба, два вижу. Где ж тут два гриба? Да. Вот Максим нашел. А ну, сейчас палочкой расковырялась. Ковырялочка моя. Максим, обойди вокруг. Ну куда ты под ветку лезешь? Вот добытчик грибов. Вон еще дальше. Вот, достал? Покажи. Покажи. О, какая жирная, классная штучка. Дальше. Максим, вон туда, по-моему. А ну, пройди давай. Эта ветка мешает тут под ногами. Максим, вот и вот. Ну да, я. А ну добывай. Есть или нет? Обман зрения. Покажи. А что они так глубоко прячутся? А не найдешь тебе грибочки. Ох, класс. Обрежь ножку.
Ну, немножко черная какая-то. О, хороший? Нету червячков? Нету. Вот еще где-то. Вот еще бугорочек. Неприметный совсем этот бугорочек вообще. И грибочек глубоко получается. Лучше палочкой вот так. Раз. Комар мне на лоб сел. Что, я вернулся сюда. Дедушка. Они растут кучками. Дедушка, да? Обратно. Еще нашел он один. Нет. Наверняка здесь есть. Сейчас еще будем искать. Сейчас да, есть. Нашел? Сюда. Кто-то срезал, наверное. А, да, здесь уже есть. Здесь уже кто-то побывал. Вот так интереснейшее занятие искать грибы. Но это надо иметь терпение. Можно просто пройти по лесу и ничего не заметить. Нужно брать такую палочку. На конце штыри. И копаем бугорочки. И находим грибочки. Сейчас я вам покажу, как это делать. Вот небольшой бугорочек. Да не этот, вот а этот. Тут тоже должно быть. Нет, вот. А, вот аж видно. Подожди. Аж видно беленькая шляпочка в этом бугорочке. Вот так слегка поднимаем мох. Раз. И красивый грибочек. И мох накрываем спасибо, обратно. Все, у нас сегодня будет сыр. Будет жареная картошечка с грибами. Сказка. Это мы поехали в гости в Савранский лес. Здесь у нас родственники живут. И будем такое вкусное угощение иметь. И для них, и для нас. Ищем дальше. Смотрите, сколько грибов мы тут собираем. Это минут 10, да, мы приходили. Разные, хорошие такие. Будем угощаться. Елочки растут. Хочу вам показать, я нашла еще один грибочек. Вот. Маленький. Какая красота на мху растет, так красиво. Замечательно. Мой помощник еще грибочек нашел. Дубовые листики. Это не смешанный лес, но дуб, видите, вырос. Это чисто сосновый лес. А смешанный лес чуть-чуть дальше. А здесь до меня уже были грибники. Вот здесь грибочек раскопали. Вот раскопали грибочек, вот. Вот в этом месте. Одни ямки остаются. Видите? И ножки вот срезанные. Люди тоже правильно собирают грибы, срезают ножки. Не могу обратить ваше внимание на этот прекраснейший мухомор. Он на фоне мха так красиво смотрится. Я ближе подойти не могу, так как ветки накрыли его. Смотрите, какая красота. Чуть-чуть увеличу. Очень красиво. Ветки накрыли. Вот елочка упала. А местные жители собирают вот такие грибы. Они очень мясистые, вкусные. Это я его поломала. Посмотрите, какой он внутри белый-белый. Они снимают шкурочку. И сильно вкусный гриб. Мы встретили местных любителей грибов. Они нам рассказали, какие грибы в основном собирают в это время года. Вот какой грибочки нашла. Хорошенький, маленький. Если вдруг у вас не получится найти грибы в сосновом лесу, не отчаивайтесь. На дороге продают ведра готовые, собранные вот такие грибочки. Один в один, даже чищенные. Можно купить. А по лесу просто походить, насладиться природой. Вот грибочек какой красивый. Маслят очень много, лисичек. Мы вчера собирали, сегодня я что-то их не вижу. Сейчас поедем в другое место. Нужно искать места, так как грибников хватает. На этом участке леса.
Ну, здесь, конечно, красота. Воздух такой чистый, свежий. И запах прямо дышишь, не надышишься. Какой-то черный гриб нашла. Коричневый, посмотрите, какой он красивый, как ежик. Внутри это явно несъедобный. Что пыль с него. Видите? Разлетается, как пыль. Ну, интересное растение. Вот я прокалю, и сразу пыль. О, сколько порошка пыльного. Ничего себе, какой гриб. Да он так размножается пылевыми спорами. Такие грибочки. А вот красивый мухомор. Ой, аж два. Вот один красивый, спрятанный. Вот второй. А таких грибов очень мало, люди собирали все. Вот, люди сорвали грибы и бросили. Наверное, какие-то нехорошие. А, хорошие и червивые. Смотрите, видите, сколько червяков. Такое выбрасывает, но это хороший гриб. Как называется, не знаю, но это съедобный. Люди сразу чистят и выбрасывают. А здесь он рос. Вот еще срезанные грибочки. Вот выбросили. Ну-ка, этот червивый. Да, внутри, видите, какая пустота. Сплошные червяки. Вот так мы отдыхали в лесу. Мы ездили не зря. Посмотрите, какой грибочек обнаружили. И сейчас это я его белый буду гриб. Это белый. Подожди, Максим, не надо. То, у него толстая ножка. Его надо выкручивать. Выкручивать? О, да. О. Ну, какая длинная. Посмотри. Ножка. Это белый какой гриб. Какой красивый гриб. Это редкость в наших, да, лесах. Это чисто белый гриб, он очень вкусный. Он мясистый, плотный. Потрогай, какой плотный. Не дави. Нет, просто потрогай шляпку. У масляр такая скользкая шляпка. А белый гриб он особенный. Ножка у него сильно вкусная. Это все почистится все. Вот это у нас находка века. Класс, темная шапочка. А смотри, что внизу. Класс, сейчас тебя сфоткаю, хочешь? Давай. Вот какой. Его нужно очистить. Ножка мясистая, толстенькая, шикарная. Вот это вот удача. Он нам попалась первого же раза. Идем искать дальше грибочки. Мы нашли немножко маслят. Белый гриб — это редкость. Маслят мы только приехали. Вот такой лес. Мухомор сейчас покажу, ребенок нашел. Красиво. Посмотрите, какой красивенький мухомор спрятался. Маленький, аккуратненький. Вот. Сейчас, зайчик, покажу этот. Ножка у него. Сейчас другой покажу мухомор. О, этот какой красивый. Сейчас вот этот покажу, какие красивые мухоморы растут. Смотрите, красный вверх. Замечательный вверх красный. А ножка какая. Их, конечно, брать нельзя. Но красота особенная. Еще третий вам покажу. Это полянка с мухоморами. Вот она среди елочек. Красиво так растет. Красненький-красивенький мухомор. Как в мультиках нарисованный. Посмотрите, какая прелесть. Юбочка у него белая. Он очень ядовитый. Бывают бледные поганки. А это именно мухомор. Замечательно красивое растение. Ой, извините, грибы. Замечательный грибочек. Шишек очень много. А вот посмотрите, мухомор на ноже. Это молоденький мухомор.
Ты его руками не брал, да? Да. Вот такой он. Ну, выбрасывай, что с ним делать. Под дерево. Упал. Сейчас пойдем искать хорошие грибы. Нам мухоморов достаточно. Еще один мухоморчик я нашла. Вот. Спрятался там. Еще маслята нашли. Еще два мухомора. Вот масленок. Ну покажи, какой с той стороны масленок. Красивый. Такой. Давай. Это мухоморы рядом растут. Это все под елочками. Сосновый лес. Еще ищи тут, значит, должно быть. Посмотрите, какие красивые грибы. А вот какие мухоморы. Вот это в лесу вообще красиво. Смотрите, ребенок мой нашел. Смотрите, какая прелесть. Как настоящий. Вот как настоящий. Как нарисованный, не как настоящий. Он же настоящий. А шапка какая громадная. Ну, поставь телефон на фоне телефона. Какой размер, покажи. Телефон большой. Посмотрите, какой мухомор здоровенный. Вон еще одна. Парке. Ну, это такой красивый. Такой красивучий. Вот ножка какая. Пойду, юбочка в нем есть. Дедушка! Смотрите, какие подожди, точечки на нем. Подожди, это лисичка или мухомор? Это твердые точечки. Это не пыль. Это твердые. Они как нарисованные. Очень красивая. Вдалека посмотрите, какая прелесть. Мы набрели опять на царство мухоморов. Вот, оторвался немножко. Ну, посмотрите, какая красота. Это редкость. А мы в прошлом году видели вообще большие такие мухоморы. Посмотрите, какая группа грибочков. Срезай, зая. Смотрите, какая прелесть. Находка, вот это находка. Это не один-два грибочка, а именно целая кучка. Они, наверное, плохие. Хороший. Нет, хорошие. Хорошие. Поднимаем. Это, по-моему, яичники, да? Ну да, это польский гриб. Синюшка. Польский гриб. Ну, смотрите. Польский, а я не помню, как правильно. Я тоже не помню название, но мы ели их в прошлые годы. Смотрите, сколько много ребенок собрал. Уже в ручку не помещается. Мы за короткое время, ну, вот мусор, пока мусор, я с вами мусор. Поговорила о мхе, посмотрите, сколько они грибов насобирали. Кидай. Целый клёв. Разные. Вот такие красивые. Они даже мухоморы видели. Я не успела посмотреть. Сейчас пойдем. Пойду покажу. Кидай вам мухоморы. Красиво их, интересно собирать грибы. Ну, что вот еще вам... один, вот еще один. Еще один потерялся, да. Маленький. О. Прячь. Сейчас пойду вам покажу мухоморы. Которые они видели, а я что не видела. Мне тоже надо их увидеть. Могу показать. Да, покажи. Сейчас, вот мухомор он сфоткал. Сейчас я вам пойду их живых пофотографирую на видео. Только что. Какая красота. А, блин, это уже мое. Смотри, целая вон полянка. Да. Вон грибочек. Вот, смотри, какой красивый. Срезай. Вот грибочек. Что, его кто-то поел, да? Да, зайцы какие-то, вот зубчики. Вот там вон гриб. И вон еще гриб. И вон грибы эти растут. Их так тяжело искать. Но, дедушка, смотри, но возможно. У гриба, смотри, какая ножка. Ну, покажи внутри, какой красивый. Смотри, какая грибоножка была. Красивая, он такой внутри, как мочалочек. Вот он вот. Очень вкусный, этот гриб. Вот. Но в них очень много песка надо вымывать. Нет, и вымывать. Ну, те желтые мы брали. Ребенок на карачках ползает за грибами. Но сегодня вот тепло, я ему не запрещаю, пусть получает удовольствие. Ой, наконец-то я грибы нашла. Вот, смотрите. Ой, это лисичка. Точно. Ой, сказка, я их так давно не видела. Если одна появилась, то надо искать рядышком. Еще есть. Лисички растут рядочками.
Вот, посмотрите. Вот лисичка. Какая красота, это крупненькая. Вон они. Вот еще лисичка. А, у меня аж две, посмотри. Да. Какие они красивые. Это большая лисичка, это лисья мама. Смотри, какая красивая. И вон еще маленький. Вот маленький грибочек. Я их срываю так обламываю. Пахнет так. Покажи эту сторону, шляпка. Настоящая лисичка. Бывает желтая, тебе нельзя брать, а это такая... Не, желтые берут тоже. А это... Ну, это такая, мы ели эти лисички, это хорошие. Другого цвета они лже-лисички. Мы как-то привезли два ящика и выбросили, а вот то нет? Сюда старые. А, то старые. Мы сначала открывали книгу, раньше интернета не было, и смотрели, какие грибы мы привезли. Вот такие мы грибники. Я хотела вам показать грибы, мухоморы. Вот они, смотрите, какие красивые. А вот там вот трасса. Вот еще другой мухомор. А вот красненький. Какой красивый. С белыми точечками. В прошлом году были с юбочкой такие высокие, большие мухоморы. В этом году... А, он наклонился, бери. Тоже с юбочкой. Видите, какая прелесть. Вон еще мухоморик. Ой, да тут их много. Целая полянка. Вот покажу. Зайцы грызли. Ай, я на колени упала. Сейчас встану. Пойду вам покажу. Еще мухоморик красивый. Потому что я сама их редко вижу. Насыщенно красный цвет. Очень красивый. Вот еще. Ой, какой красивый. Смотрите, какая шляпка замечательная. Ножка толстенькая. Вот так я провела свои выходные дни. Вот такое у нас путешествие получилось. Сказочное. Спасибо всем за внимание. Приезжайте в Савранский лес. Отдыхайте. Дышите свежим воздухом. Наслаждайтесь грибами. Ты опять нашел грибочки? Покажи, пожалуйста, сколько. Это ты под елки залез, да? Там никто не мог залазить. А ты залез и достал. Такие хорошие, чистенькие, беленькие такие. Пойду дедушке. Иди отнеси в кулечек. А где дедушка? Где-то вот там. Крикни, может, отзовет. Дедушка! Отзовется. Иду! В лесу можно заблудиться. Нужно включать геолокацию, где вы оставили машину, к примеру. Отправлять геолокацию своих данных в Телеграм. И в Телеграме на карте можно найти то место, где вы оставили свою машину. В прошлый раз я так не делала. Мы немного заблудились. Вышли аж 2 километра от того места, где мы оставили машину. Но мы вышли, нам повезло, в село. И так бы могли ходить по лесу долго и долго. И нас мужчина с села провез на своей машине. Ну, он местный, знает где. А вот смотрите, какой гриб интересный. Пупырчатый. Смотрите, какой интересный гриб. Это, конечно, несъедобный, но он очень красивый. Это пустой. На него наступаешь, и такая пыль разлетается. Интересно это все, такие дела, собирать грибочки. Вот еще один такой же пустой грибочек внутри. Все, по-моему, я вам все рассказала. Вот такой был сегодня удачный путешествие у нас в Савранский лес. Нам повезло, нет дождя. Немножко туман был по дороге, когда мы ехали с Одессы
А так удачно. Вот там вдалеке еще туман, сейчас увеличу, покажу. Вот. А так все хорошо. Погода 10 градусов. Тепла. У нас в Одессе 15, здесь 10. Немножко холодней. Но так все хорошо, замечательно. Всем удачи. Всем пока. До встречи.